Причал, чайки, корабли, бороздящие реки – все это на картинах химчанки Анастасии Удовой. В Химкинской галерее имени Горшина открыли выставку художницы «Путешествия по России». Вместе с Анастасией любители искусства могут отправиться в путь по городам нашей страны. Анастасия Удова работает в классической технике – маслом на холсте. Чаще всего из-под ее кисти выходят панорамы портовых городов. А если она изображает реку, то непременно судоходную. Например, среди ее пейзажей – знакомые каждому химчанину места – канал имени Москвы или Московский речной вокзал. Я родилась, например, в Химках, и наш дом недалеко от канала имени Москвы, и это такое любимое, в принципе, наше химкинское место отдыха. И я с самого детства наблюдала вот именно корабли, которые идут по каналу, потом возвращаются, и вот это вот мне очень запало с самого детства, и, может быть, поэтому мне так они нравятся. На выставке представлено более 20 картин. В основном это живопись, но есть и графика. Например, эти работы – иллюстрации к роману Жюля Верна. В галерее Горшина – копии, а оригиналы хранятся в музее писателя в Нанте. Выставка Анастасии Удовой завершится 9 октября. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.